Мы заходим на свой видеоканал и в менеджер видео, в левой колонке находится меню, мы выбираем плейлисты, создать плейлист и назовем его, например, закон Фарадея. Готово. Теперь у нас есть плейлист, и мы начинаем поиск. Поисковая система YouTube, она занимает второе место среди всех поисковых систем после гугловской системы. Но поскольку она построена по тем же самым принципам индексирования всего, что попадается под руку и на глаз, поэтому здесь происходит очень быстрый и результативный поиск. И вводим самое простое — электромагнитная индукция. Сейчас не будем подробно рассматривать. Вот похоже на то, что нам показывал Эрик Смирнов. Скопируем. Копировать. Два способа есть. Можно скопировать URL, а можно запустить этот ролик. И здесь снизу войти в поделиться. Нет, добавить его. Добавить его, и здесь будет плейлист. Закон Фарадея. Можно сопроводить комментариями. Если мы хотим, значит, посмотрим, что там у нас получилось. Для этого выходим в менеджер видео. Выбираем плейлисты. Закон Фарадея изменить. Это описание плейлиста, который можно добавлять, к которому можно сделать свой ролик. И это, наверное, нужно будет сделать. А здесь надо установить вот этот треугольничек в фигурных скобках, установить время начала и окончания указанного видео в этом плейлисте. И передвигая вот этот движок, мы отсекаем начальные титры и хотим вставить только маленький вот такой отрезочек длительностью там несколько десятков секунд. Сохранить. Теперь мы выходим в менеджер видео. Здесь, во-первых, готово. Потом мы выходим в менеджер видео. Посмотрим, что у нас будет воспроизводиться. Поставлены метки временные, которые мы поставили. Если мы вставим два видео, то после этого сразу начнется следующее видео. Будет и электромагнитная индукция, и будут предлагаться варианты того, что мы сделали. Индукционные дериваты. Вот ваша работа будет заключаться в том, чтобы подобрать ролики, которые будут объяснять вашим коллегам, студентам в вашем группе и в следующих потоках, что такое электромагнитная индукция, чтобы можно было получить